Всем добрый вечер. Меня зовут Александра Волгова, и сначала я хочу представиться, рассказать о том, чем занимаемся мы, какие мы ведем проекты, буквально пару слов. И после этого я вам расскажу о том, что такое вычислительное проектирование, покажу несколько примеров. И после этого у нас, после сегодняшней лекции, у нас будет еще три лекции, которые включают в себя разбор таких тем, как материалы и производство. Мы рассмотрим некоторые павильоны Штутгартского университета, достаточно интересные. Также мы познакомимся с темой эволюционного генерирования, познакомимся с тем, что такое кинку и симуляция физики внутри гироскопера. То есть разберем достаточно много интересных тем. Пару слов о том, что такое проект SimplexWise. Это наш проект, мы занимаемся образованием, проектированием и исследованиями. Существуем мы с 2012 года и проводим различные воркшопы, тренинги, делаем проекты в различных форматах. То есть мы занимаемся архитектурой в сотрудничестве с какими-то архитекторами, не обязательно это именно конкретно наши проекты. Мы занимаемся какими-то проектами интерьерными, мы делаем различные инсталляции, вот это как раз было сделано для ГЦСИ в частности, делаем разные стенды, это, например, было сделано для Иннопром, занимаемся предметным дизайном, это было сделано для ребят, которые называются Вишня, они делают мебели, светильники из гофрокартона. Это наша команда. Сейчас я бы хотела сказать пару слов о самом крупном мероприятии, которое мы провели этим летом. Оно называется SpotCamp. И что это такое? Мы в течение месяца все находились в Сочи, точнее в Адлере. Мы таким образом решили совместить формат образования, обучения и отдыха, а также налаживание взаимосвязи для ребят, которые приехали туда. К нам приехали люди из 21 города, то есть это были наши участники, а также лекторы и, ну, то есть у нас были приглашенные лекторы, были тьюторы, которые были на протяжении всего, в принципе, мероприятия. Форматы, которые происходят на SpotCamp, это лекции, мастер-классы, воркшопы, тренинги. Также у нас был один круглый стол в нашем случае экскурсии на производство. То есть мы делаем все возможное для того, чтобы вовлечь ребят в тему, в данном случае это была тема вычислительного проектирования, и как раз познакомить их с ведущими специалистами. К нам приезжали трое специалистов из студии Захи Хадид. Если кто-то в теме архитектуры, то вы обязательно должны знать, что это за студия. Также из Барселоны, из ИАК и из UN Studio ведущий архитектор, девушка к нам приезжала. То есть мы таким образом ставим перед собой цель познакомить наших ребят, которые находятся в разных городах России, познакомить их с передовой архитектурой, с передовым дизайном, для того, чтобы у них была возможность, не уезжая из страны на долгосрочное полуторалетнее или годовалое обучение, получить тот опыт, которые они могли бы получить, уехав. Лекторов у нас было 20 человек, они были из Москвы, из Питера, из, как раз вот я перечислила, Лондон, Барселона и Дюссельдорф. В данном случае эта тема была для Дюссельдорфа. Это несколько фотографий процесса обучения. То есть мы с утра до вечера занимались там обучением, и вечером все радостно отдыхали, также были выходные, ребята ездили в Абхазию и все такое прочее. Мы считаем, что достаточно успешно получилось совместить эти форматы и обучение, и отдых. Ну, безусловно, в следующем году мы будем проводить это мероприятие снова. Сейчас давайте перейдем к сегодняшней теме. Мы сегодня поговорим с вами о вычислительном проектировании. По-английски это звучит как computational design. Переводится вычислительное проектирование или очень часто говорят вычислительный дизайн. Существует очень много разных терминов, например, параметрическое проектирование, цифровая архитектура, алгоритмическая архитектура, интерактивная архитектура, генеративная. Если какие-то из этих терминов вы слышали, то в принципе они все
относится к вычислительному проектированию. Вычислительное проектирование – это термин, который охватывает максимально все те, о которых я сказала перед этим. Почему вычислительное проектирование? Потому что мы просто используем вычислительные технологии. И на самом деле многие архитекторы, многие дизайнеры, они постоянно пользуются различными программными какими-то инструментами. Они используют 3D Max, используют AutoCAD и CATEC для того, чтобы делать 3D модели, анализировать их каким-то образом на нагрузки или на какое-то воздействие среды, то есть, например, инсоляцию, ветер и так далее. Они используют инструменты, которые позволяют отправлять информацию на производство и так далее. И все это вычислительные технологии, естественно, отсюда и термин вычислительный дизайн. Если вы попробуете ввести какой-либо из терминов, о которых я только что говорила, в поисковик в интернете, то вы увидите достаточно сложные структуры, зачастую напоминающие природные какие-то формы. И почему так? Потому что технологии эти позволяют делать действительно сложные структуры, зачастую с очень простой организацией. Эти технологии позволяют реализовывать очень сложные формы, именно реализовывать их вживую также. А традиционными методами это делать просто было раньше невозможно. Здесь я хотела бы показать пример концептуального проекта, реализованного. С левой стороны вы видите работу коллектива Kakuja. И здесь они работают с языком программирования, то есть они используют процессинг для того, чтобы генерировать какую-то форму. Они в данном случае работают с таким явлением, как самоорганизующие системы. Они программируют множество частиц, они задают им какие-то определенные правила движения в пространстве, и после чего они образуют какую-то форму. А дальше они уже работают с этой формой, превращают ее в 3D-модель и так далее. То есть, что такое, в принципе, явление самоорганизации, допустим, в природе? Представим себе стаю птиц, и когда они летят роем, то мы можем наблюдать достаточно интересные какие-то причудливые формы. У каждой птицы есть определенный набор правил, как она летит. То есть она не должна сталкиваться с соседом, она должна лететь приблизительно в каком-то определенном направлении. И благодаря этим очень простым правилам образуется целый огромный организм, который работает именно единым образом. И здесь как раз вот Роберт Стюарт Смит и его партнер, коллектив Kakuja, они активно используют все эти явления для того, чтобы создавать свои проекты. То есть, что я хочу сказать здесь? Я хочу сказать, что мы можем использовать технологии как с самого начала, то есть мы можем использовать их прямо в процессе проектирования, так и мы можем внедрять их в какой-то момент уже, допустим, в середине процесса проектирования. Представьте, что у нас архитектор нарисовал какую-то концепцию, и он дальше уже обращается к инженерам и говорит: я хочу эту концепцию реализовать. Дайте мне возможность ее построить, дайте мне возможность ее сделать инженерную какую-то систему для того, чтобы это здание обслуживало, в дальнейшем могло существовать, эксплуатироваться и так далее. И мы можем уже на этом этапе, опять же, подключать технологии. В данном случае это проект музея Самайя Фернандо Ромеро Кусарут. Здесь они работали над созданием каркаса и вот этим вращением из шестиугольничков. Сегодня я позже расскажу об этом проекте намного подробнее, как именно они это все реализовывают. Хотелось бы сказать, что вычислительные технологии в дизайне, в проектировании применяются на различных этапах проектирования. То есть от аналитики мы можем снимать какие-то данные при помощи датчиков, сенсоров, мы можем их обрабатывать, мы можем использовать эти данные уже в процессе проектирования дальше. Помимо этого, мы можем использовать различные софтные условия, всем известные 3D Max, AutoCAD или более сложные вещи, такие как использование языков программирования для того, чтобы создать свой объект, использование каких-то связок, нескольких программ между собой, что дает, конечно же, уже гораздо больше результат. Сегодня мы с вами рассмотрим интересный пример проекта, когда была создана единая параметрическая модель для того, чтобы могло несколько разных специалистов работать над этим проектом одновременно. Также мы можем говорить, безусловно, о автоматизации подготовки проектной документации, то есть у нас пропадает необходимость
делать чертежи, все отрисовывать вручную. Мы можем написать алгоритмы, можем использовать определенные инструменты, которые позволяют снимать с модели всю необходимую информацию и отправить ее автоматически на чеку производства в виде какого-то необходимого формата. То есть мы сами не рисуем во многих случаях чертежи, элементов чертежи, каких-то фасадных элементов или систем. Помимо этого, у нас есть возможность автоматизировать процесс сборки самого объекта. Мы можем использовать промышленные манипуляторы для того, чтобы они нужным образом сгибали элементы под нужным углом, или для того, чтобы они складывали нужный кирпичик в нужное место. Я опять же приведу некоторые такие примеры в серии детекций. Если мы с вами вспомним о том, что такое линейный процесс проектирования, то давайте посмотрим на эту схему. Что же у нас происходит? Допустим, у нас есть какой-то исходный заказ. Мы изучаем ситуацию, мы изучаем площадку, если мы строим какое-то здание, например. После чего мы принимаем определенные решения, мы создаем концепцию, которая впоследствии уходит к конструкторам или инженерам для того, чтобы уже эта концепция могла быть реализована. Потом, безусловно, она строится, проходит этап разработки чертежей, точнее, сначала потом строится и так далее. Представьте ситуацию, которая на самом деле происходит достаточно часто. Если у нас проект уже разработан, и в самом конце меняются исходные данные. Допустим, поменялась площадь, вы хотите сделать большую площадь этого здания, либо вы хотите сделать больше этажей, либо еще какие-то другие изменения, вам необходимо переделать абсолютно весь проект. В очень многих случаях и, безусловно, в определенных рамках, при помощи инструментов вычислительного проектирования вы можете, не теряя времени, внести определенные изменения. И так как у вас многие части подготовки проектной документации были автоматизированы, у вас все это пересчитывается автоматически, и у вас нет необходимости создавать модель, делать чертежи полностью заново. Конечно, это не безграничные какие-то возможности, но мы даже в своей относительно, точнее, я бы сказала, небольшой практике сталкивались с этими ситуациями, когда мы сделали полностью модель, нам говорят: ребята, могли бы вы сделать этот объект несколько пониже, там, на 10 сантиметров мы работали со стендом. И мы говорим: окей, никаких проблем, мы меняем всего одно значение, и так как это было у нас написано именно при помощи визуального языка программирования, то у нас все изменилось автоматически, вся документация подготовлена была также автоматически отправлена на чеку производства, мы не потратили лишнего времени, кроме как просто экспорт файлов необходимый формат. Как раз таки здесь представлена схема именно альтернативная. Безусловно, это не единственная схема, это одна из схем, которые могут существовать при применении этих всех инструментов. Помимо того, о чем я только что сказала, мы можем говорить о том, что мы можем многие процессы делать параллельно. Представьте себе, что мы разрабатываем какую-то фасадную систему. И кто над ней работает? Над ней работает архитектор, над ней работает конструктор, также могут работать инженеры. И, допустим, ребята, которые считают экономическую сторону вопроса, и еще экологи, допустим. То есть очень много специалистов. И все, если будет создана единая параметрическая модель, то все они могут работать в один и тот же момент времени. Не пошагово, поэтапно, как это происходит обычно в традиционном проектировании, а именно одновременно. То есть они могут работать над каким-то прототипом, могут разрабатывать уже итоговые, почти финальные свои решения, которые просто потом подключаются к уже итоговому варианту, разработанному дизайнерами или архитекторами, и опять же все изменения вступают в силу автоматически. Очень хотелось бы сказать о том, что у нас есть возможность обрабатывать огромное количество данных. Представьте, что мы с вами работаем с городом. Город — это очень много слоев различной информации. Это перемещение людей в пространстве, это функционирование города по-разному в разное время суток. То есть функционирование планирования меняется в течение дня, в течение года. Весной оно может быть одно, летом оно может быть совершенно другое. И вся эта информация, она очень динамично меняется. Каким образом на данный момент реализуются генпланы, которые создаются на несколько лет вперед? Собирается очень долгое время информация в течение нескольких лет, потом она объединяется, и на основе этой информации создается какой-то генплан. Сейчас у нас есть возможность при помощи различных датчиков и различных технологий сбора информации, обработки этой информации, работать с
данными, которые мы получаем в режиме онлайн. И это на самом деле меняет все, потому что когда мы работаем с данными, полученными в режиме онлайн, мы работаем с актуальными данными, а не теми данными, которые были актуальны 5 лет назад. Представьте себе, что такое 5 лет. Для текущего момента это огромный срок. Сейчас у нас меняется все настолько динамично, как, наверное, не менялось никогда раньше. Мы можем с вами говорить также о том, что есть такое явление, точнее, концепция проектирования как биомимикрия. Что же это такое? Когда мы изучаем природу, мы можем заимствовать определенные природные решения. Мы можем изучать какие-то конструктивные особенности, инженерные особенности, то есть разные структуры изучая или организмы, как они функционируют. И эти проектные решения мы можем применять в нашем реальном проектировании. Это не новая вещь, но когда у нас появляются технологии, о которых я говорю, когда у нас появляются языки программирования, специалисты, которые могут описать какую-то конкретную логику языком математики, то у нас появляется намного больше возможностей. Серия павильонов, о которых я буду рассказывать, разработанных в Штутгартском университете, как раз прекрасный пример именно этого. Они работали совместно с Институтом биологии, и они изучали насекомых, например, экзоскелет насекомого или еще какие-то структуры в природе, например, шишку, изучали какие-то процессы, и благодаря полученным данным они могли использовать свойства той или иной структуры, использовать свойства того или иного материала уже в самом процессе проектирования и таким образом они создали несколько павильонов, которые были уникальны по нескольким параметрам. Вы узнаете об этих павильонах также из лекции. И здесь есть пример нескольких фасадных систем, которые являются неким таким отражением, опять же, природных некоторых решений. Это либо клетки, вот вы видите в левом верхнем углу, либо это фасад, который реагирует каким-то образом на изменение среды в верхний ряд по середине кадра. Что здесь происходит? Это реализованное, опять же, здание. Если солнце светит очень ярко, если фасад нагревается до определенной температуры, то ячейки закрываются для того, чтобы затенить помещение внутри. То есть это здание, эта оболочка, оно является живым, оно реагирует на изменение среды. Также есть огромное количество очень интересных исследований по поводу умных материалов. Например, биметаллы, которые могут реагировать на изменение температуры, и они меняют свою форму. Или множество других материалов, которые могут реагировать на изменение среды, даже без участия каких-то датчиков, компьютеров и так далее. И здесь мы можем говорить о действительно умной оболочке здания, которая может нам дать очень много возможностей экономии при эксплуатации зданий и так далее. Если говорить о других возможностях технологий вычислительных, то мы можем вспомнить с вами о полиморфизмах в природе. Если мы смотрим на растения, если мы понимаем, что одно и то же растение мы можем посадить с одной стороны холма, оно вырастет и приобретет какую-то одну форму, если эта сторона холма была освещена солнцем. Если то же самое растение вырастет с другой стороны холма, не освещенной, то оно примет несколько другую форму. И то же самое может происходить с какими-то архитектурными объектами или любыми другими. О чем здесь речь? То есть, когда у нас есть возможность писать при помощи и разных языков программирования, прописывать какую-то логику, описывать ее языком математики, мы можем писать что-то вроде генома. Мы можем написать геном здания, описать какие-то правила, в рамках которых он будет, в рамках которых это здание будет создаваться. И благодаря этому у нас с вами есть возможность помещать, если говорить языком эволюции, отдельные особи в какие-то конкретные условия. И они будут принимать именно ту форму, которая будет соответствовать тем условиям, в которые поместили данное здание. Это очень интересный проект. Проект 2007 года, три проектных группы для территории Шанхая спроектировали
некоторые решения, что же здесь происходило. Сначала в течение достаточно долгого времени ребята исследовали традиционную типологию жилья китайского, они изучали, каким образом формируется это жилье, функциональное зонирование внутри, площади, какие-то еще особенности, и они описали все это именно языком математики при помощи одного из языков программирования. Что здесь дальше происходило? У жилой ячейки было несколько параметров. Допустим, что эта семья состояла из какого-то количества человек, что в этой семье она была определенного статуса, поэтому у них были, там, допустим, несколько больше площади, чем у каких-то других семей. Или эта семья хочет жить около реки, а не около дороги. То есть был определенный набор параметров, ну, условно говоря, пожеланий, да, каких-то входящих, которые дальше уже учитывались при проектировании. Проектирование осуществлялось именно алгоритмом, уже в данном случае написанным заранее. И создавалась некая ячейка. После этого из этих ячеек создавались уже более крупные образования, которые впоследствии уже формировали целый жилой район. И что здесь просчитывалось? Здесь просчитывалось все вплоть до стоимости квадратного метра жилья. То есть, представьте, мы вводим какой-то ряд параметров. Во-первых, мы результатом получаем планировку, мы получаем результатом местоположение уже в существующей какой-то градостроительной структуре. А помимо этого, мы получаем стоимость нашего жилья. И это все происходит автоматически, да? То есть мы не обращаемся к услугам архитектора, который очень долго все это дело программирует. Безусловно, это очень красивая концепция, которую реализовать достаточно тяжело. Но при определенных усилиях, конечно, вероятно, это возможно. Либо, вероятно, я говорю вероятно, возможно, потому что это действительно очень большой уровень сложности. Но мы также с вами можем говорить об автоматизации каких-то более локальных вещей. То есть, например, расположение окон, размер окон, расположение перегородок на нашем помещении или чего-то подобного. Следующий пример, который я вам хочу показать, следующая тема, которую я хочу раскрыть, здесь мы с вами подходим к теме ко-дизайна. Что же такое ко-дизайн? Это непосредственное участие у будущего пользователя в процессе проектирования объекта. Мы можем говорить о бесконечном количестве приложений, которые появляются у нас на айфонах, и мы используем каждый день эти приложения в своей жизни. Мы можем точно таким же образом создавать приложения, которые будут позволять нам самим проектировать какие-то объекты, которые мы в дальнейшем будем использовать. В данном случае мы можем говорить о проекте Nervous System. Вы можете зайти на их сайт в интернете и настроить для себя свой собственный объект, если вы хотите. Они делают, у них есть несколько объектов, в данном случае мы показываем пример кольца или ожерелья, или браслета, который вы можете настроить сами. Вы видите здесь определенные кривые, которыми вы можете управлять, вы можете создавать больше или меньше ячеек, вы можете регулировать размер, вы можете задать необходимый вам материал, в данном случае это может быть нейлон или какие-то металлы, золото, платина или все что угодно. И вы видите сразу стоимость, то есть идет сразу же просчет стоимости в зависимости от того, какие, что вы здесь настроили, какие параметры. Если вы согласны с этой стоимостью, то вы просто нажимаете кнопочку «Заказать», и через определенное время к вам приходит объект, который создан вами. Безусловно, в определенных рамках, но так или иначе вы приложили какое-то участие к его созданию. Представьте себе такую возможность в рамках архитектуры. Когда мы покупаем квартиру в каком-то типовой постройке, то первое, что мы делаем, мы начинаем сносить стены и выстраивать свои перегородки, такие, которые нам нравятся. Если бы у нас была возможность в определенных рамках, не трогая, например, несущие конструкции, вот таким образом, при помощи такого приложения выстроить какие-то свои перегородки и уже все это происходило бы при стройке сразу, то это, конечно, дало бы нам очень много плюсов. Это один из примеров, который только что перешел в голову. И теперь хотелось бы поговорить о том, как же у нас все это реализуется. Хорошо, допустим, мы можем создать очень сложную виртуальную модель, мы можем создать сложную систему какую-то, но как же мы ее можем реализовать? Дело в том, что у нас есть огромное количество, у нас есть возможности автоматизации подготовки проектной документации, а
также автоматизация производства каких-то элементов. Благодаря, опять же, языкам программирования или каким-то уже готовым инструментам, которые написаны программистами за нас, мы должны просто знать какой-то функционал этой программы, мы можем с модели снимать все необходимые данные и отправлять ее на очки производства. Мы можем симулировать промышленный манипулятор для того, чтобы он заливал для нас металл, подложный блок и создавал необходимые элементы в какой-то, например, фасадной структуре. Мы можем пользоваться ЧПУ-фрезерами, ЧПУ-лазерами, также можем пользоваться стереолитографией и так далее, и так далее. То есть производств на самом деле есть огромное количество. Причем хотелось бы отметить, что эти производства существуют во всех крупных городах России, то есть очень часто на лекциях задают вопрос, хорошо вы рассказываете об очень интересных проектах, очень интересных технологиях, но, наверное, этого нет в России. Все это есть. В том числе в России есть даже 3D-принтеры, которые печатают металлом. В России есть промышленные манипуляторы. В России есть пятиосные фрезеры и в достаточно большом количестве. Безусловно, конечно, про трехосные фрезеры я молчу, лазеры и обычные 3D-принтеры. Все это есть в огромном количестве. Это просто нужно искать и ищется достаточно просто в интернете. Если привести пример процесса как раз-таки реализации очень простого объекта, представим, что у нас есть какая-то сложная форма. Мы разбиваем ее на плоские элементы, то есть в данном случае мы будем работать с листовым материалом. Мы пишем алгоритм, который позволяет как раз по определенным правилам разбить на однотипные элементы. В данном случае здесь правило у нас такое. Это у нас четырехугольный элемент, он обязательно должен быть плоским, и в нем есть два треугольника. Далее программа разбивает на абсолютно уникальные элементы всю эту форму. После чего мы проделываем необходимые отверстия в нужных местах, там, где будут, например, какие-то болтовые соединения. Помимо этого мы делаем маркировку у грани для того, чтобы мы могли собрать все это дело очень просто, как конструктор, смотря на маркировку и зная, какой элемент к какому крепить. Далее мы просто экспортируем необходимый формат, это уходит на ЧПУ производства, ЧПУ – это числовое программное управление. И после этого получаем с производства уже мини-конструктор на площадку, которая достаточно быстро собирается, и мы на своей практике это уже опробовали, это действительно очень эффективно. Помимо того, у нас нет с вами достаточно таких сложных моментов, как неправильно созданный чертеж, который приводит к каким-то ошибкам уже в реализации. Нам приходится добивать что-то кувалды на месте и так далее. Если мы работаем с технологиями, о которых я говорил, то у нас очень высокая точность, и объекты действительно, если они правильно спроектированы, то они действительно собираются идеально такими же, какие они были запроектированы в виртуальном пространстве. Это замечательный пример как раз работы промышленного манипулятора Кука. И есть очень интересные ребята, называются RoboFold. В интернете вы также можете зайти на их сайт. Это на самом деле целый ресурс, который у них есть. Также техническая поддержка, которая позволяет, они могут ознакомиться с вашим проектом или даже научить вас каким-то технологиям для того, чтобы вы могли их грамотно применить в своем проекте. Здесь вы видите три промышленных манипулятора, которые лист металла загибают необходимым образом по необходимому какому-то контуру. Эта симуляция сначала создается внутри программы. В данном случае мы можем использовать, точнее, здесь конкретно в этом проекте они используют программу Grasshopper, это плагин к программе Rhinoceros, и уже аддон Kangaroo для Kangaroo и также Lobster, если я не ошибаюсь, уже для симуляции как раз-таки поведения этого робота. Все это в виде необходимого кода отправляется в дальнейшем на промышленный манипулятор, и он в реальности полностью копирует те движения, которые мы с вами сначала создали именно в виртуальном пространстве. Таким образом мы получаем идеально точный объект. Еще несколько примеров. Как раз-таки вы видите здесь справа внизу, это все тот же самый промышленный манипулятор, который в данном случае выставляет нужный кирпичик в нужное место. Также мы можем говорить об очень интересных исследованиях по поводу самоорганизующихся структур, то есть исследования и созданные павильоны или прототипы неких структур, которые собираются автоматически, то есть мы используем свойства материала, мы используем нагрузки, которые происходят внутри какой-то конструкции для того, чтобы создать необходимую среду или поместить элементы каким-то таким образом или приложить к ним какие-то определенные усилия для того, чтобы вся структура собралась автоматически.
без участия огромного количества монтажников и так далее. Это как раз видео, как может использоваться промышленный манипулятор в данном случае. Вы видите, как вообще в принципе это происходит. У нас есть виртуальная модель. Мы создаем сначала поверхность, например, потом мы разбиваем ее на огромное количество точек. И каждая точка у нас может являться центром кирпича. У кирпича есть определенные какие-то габариты, которые он занимает в пространстве. Далее мы передаем координаты центров этих кирпичей через необходимые связки как раз на этот промышленный манипулятор. И он знает местоположение в пространстве этого кирпичика, угол, под которым его нужно туда положить. И у нас получается идеальная та форма, которую мы запроектировали. Вы видите, какую прекрасную функцию здесь люди, ну, на этом видео, если честно, я не помню, но вообще, в принципе, обычно люди подтаскивают кирпичики для роботов. Дальше хочу рассказать о нескольких реализованных примерах. В данном случае это стадион в Мельбурне. И что здесь интересного? Здесь была создана единая параметрическая модель в процессе проектирования этого объекта, которая позволила соединить несколько специалистов. В данном случае мы говорим о следующих специалистах. Это конструкторы, которые работали над нагрузками, над тем, как это здание будет существовать вообще в реальной жизни. Мы говорим о ребятах, которые разрабатывали чертежи, то есть они при помощи, опять же, автоматизированного процесса подготовки проектной документации делали все эти раскладки, узлы и так далее. И также мы говорим о ребятах, которые считали стоимость всех металлоконструкций, сборки и так далее. И именно такой подход, именно создание единой параметрической модели позволило им протестировать огромное количество вариантов формы этой оболочки. Около 30 вариантов было. Что происходило? Допустим, архитекторы каким-то образом откорректировав планировки, могли отправить полученную оболочку, она была как-то откорректирована по своей форме, по своим размерам, могла автоматически быть отправлена в инструмент, которым пользовались конструкторы, автоматически он выдавал необходимые коэффициенты, какие-то результаты и так далее. Также автоматически просчитывалась стоимость и просчитывалась вся рабочая документация. То есть мы, если бы мы работали без всех этих инструментов, мы бы создали одну модель и, в общем-то, и все. Здесь они просчитали около 30, что позволило им сэкономить около 10% стали, которая была использована при постройке этого стадиона. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что такое 10% экономии стали для объекта такого масштаба. Но опять же, есть у нас внутренняя такая интересная история. У нас есть наш коллега из Австралии Станислав Кударский, который достаточно хорошо знаком с ребятами из офиса АРУ, которые как раз занимались разработкой этого объекта. И он сказал, что да, действительно была проделана потрясающая, интересная работа. Действительно, они разработали единую параметрическую модель, они сделали супер интересную конструкцию, которая классно работала, которая экономила много материалов и так далее. Но для того, чтобы реализовать весь этот объект, им пришлось загнать очень дорогостоящее оборудование, и они вышли в ноль. То есть эксперимент, он с одной стороны сэкономил много денег, с другой стороны они потратили много денег там, где, может быть, они тратить не должны были бы, если бы они делали просто традиционный стадион, какую-то оболочку, которая была разработана уже давным-давно, и можно было ее просто использовать. Но так или иначе, это огромный шаг вперед. Дальше, после того, как они получили уже итоговую модель, опять же, безусловно, была использована технология File-to-Factory, то есть файл сразу на производство, и они далее собирали это как очень-очень большой конструктор. Все элементы здесь, безусловно, были промаркированы, то есть какими-то секциями, конечно, это огромный объект, не какая-то маленькая стенка, то есть здесь сверху большая стройка. Следующий объект, о котором я хочу рассказать, это Виа Самайя, построен Фернандо Ромеро плюс АРУ, спроектирован. И что же здесь происходило? Была создана некая концепция, некая форма, которую необходимо было замостить шестиугольными панелями. Эти панели обязательно должны были быть плоскими. И, конечно же, мы не можем замостить такую сложную поверхность при помощи одинаковых плоских шестиугольников. Это просто невозможно. Поэтому были проведены определенные исследования, и
Результатом этих исследований был следующий вывод. Они сделали, написали алгоритмы, которые позволили протестировать огромное количество вариантов разбивки всех этих шестиугольников на некие семейства. Что такое семейство? Это вид шестиугольников, в которого у нас есть этих элементов, есть определенное количество. И в результате у них получилось около 80% всего фасада замощено всего 52 вариантами этих шестиугольников. Это сэкономило им, безусловно, огромное количество времени при сборке, денег при производстве и сборке, безусловно, и так далее. То есть здесь что мы получаем от использования вычислительных технологий? Мы можем протестировать огромное количество вариантов разбивки, да, потому что мы это делаем. Это делает алгоритм, тестирует каждый раз, столько раз делает эти тесты, сколько нам необходимо, пока мы не решим остановиться. Далее, конечно, это общая схема того, что они делали. Они анализировали саму форму на работу нагрузок внутри этой формы. Они создавали каркас. Этот каркас тоже был из толстых труб. Также на них сверху была сетка треугольная, на которую уже в свою очередь накладывались шестиугольные плоские панели. Помимо этого, где они также использовали эти технологии? Для того, чтобы создать эту поверхность из плоских шестиугольников, на самом деле, это очень сложная задача, потому что это вопрос панелизации, и над этим бьется, на самом деле, очень много институтов, пишутся диссертации и так далее, и как раз-таки здесь они прекрасно добились этого эффекта. Как раз здесь вы можете видеть схему сборки треугольной сетки и накладывания уже на нее шестиугольной панели, как раз это в объеме. И вся эта конструкция, она опять же была произведена точно так же в Fileview Factory, и все элементы были промаркированы, разбиты на какие-то группы и уже собирались достаточно удобным образом на стройке. Следующий объект, о котором я хочу кратко рассказать, почему кратко, потому что он входит в лекцию о павильонах штутгартских, и здесь опять же очень интересный павильон, что это как раз-таки те ребята, о которых я говорила, они сотрудничали с Институтом биологии, и здесь они использовали природный прототип, они изучили сначала структуру жука, по-моему, если я не ошибаюсь, его надкрылья, и в дальнейшем, изучив эту конструкцию, они уже применили эти знания в процессе проектирования. Они использовали ресурс той территории, на которой они строили этот объект, то есть они теперь, грубо говоря, точнее не группа, а так и есть пару деревьев, создали из них фанеру. Из отходов этой фанеры они в результате сделали, например, пол, то есть у них было такое безотходное производство. А здесь, по-моему, это была морская пластина морского ежа. Я ошиблась сначала, здесь есть не на крыльях жука. Они изучили зубчатое соединение, которое как раз вы видели на предыдущих кадрах. Здесь на этих кадрах вы видите, как происходила симуляция оболочки и оптимизация расположения этих шестиугольников для того, чтобы они максимально эффективно работали. Также внутри этих шестиугольники эти опять же были панелизованы, то есть они являлись плоскими. Они производили все это дело, то есть вот видите, что они создали некоторые панели на сначала ЧПУ фрезе, после чего промышленный манипулятор Кука запиливал под необходимыми углами торцы и определенные некие отверстия. Что такое промышленный манипулятор Кука? Это рука с шестью осями, и есть еще седьмая дополнительная ось, если она необходима. То есть вы видите, что сам объект крутится вокруг собственной оси, и уже Кука выпиливает в нужных местах, под нужным углом, все необходимое. Опять же, работа этого манипулятора симулируется изначально в программе. Делаются все необходимые отверстия. И каким образом они также работали над этим павильоном? Ячейки здесь зависели от кривизны. Ячейка — это шестиугольник. В том месте, где кривизна была положительная, шестиугольник был правильной формы. Ну, то есть неправильный, а имеется в виду, что у него все углы были положительные.
Если это отрицательная кривизна, то вы видите как раз здесь, в переднем плане, шестиугольники с такими внутренними углами. Этот павильон состоял из двух слоев, между ними был еще дополнительный слой, утеплитель, скорее всего. И верхние панели просто плоские крепились. То есть они между собой уже не соединялись, а внутренний именно слой, вы видели, вот это зубчатое соединение. Ну, как раз тоже близкий план. И еще один проект, опять же, ребята, которые называются Кахуджа, я уже рассказала на первом кадре, каким образом они делают некоторые свои проекты. Безусловно, они, это не единственный их подход, это одно из направлений, которым они занимаются, то есть система самоорганизации и работа в процессинге, опять же, тоже некоторые другие инструменты для того, чтобы эту форму уже увидеть в виртуальном пространстве. Помимо этого, они занимаются еще крупными архитектурными проектами, и некоторые объекты, так или иначе, он так был сделан именно при помощи тех технологий, о которых я говорила, то есть процессинг и частицы, которым были прописаны определенные правила. На этом я хочу закончить и хочу спросить у вас, есть ли какие-то вопросы. У меня есть вопрос. Да. Мне бы хотелось узнать точность, вот, допустим, работы этого манипулятора, который с семью осями. Вот какая там существует погрешность у него или ее вообще нет? Ее вообще нет. Ну, то есть, когда мы, безусловно, если мы как-нибудь криво соберем этот манипулятор, да, по старому какому-то методу, возможно, погрешность какая-то есть. Наверное, об этом стоит лучше говорить с технологами, которые на том конкретном производстве, с которым мы будем работать. Но у качественно собранной машины погрешности, в принципе, ну, она если будет, то будет совершенно ничтожной. Все эти манипуляторы, они, и манипуляторы, и машины и так далее, они используются на различных производствах. То есть так, автопром – это производство самолетов, да, и каких-то ракетного даже оборудования и так далее. То есть это те области, в которых, в общем-то, не допускаются, да, какие-то там существенные погрешности. Да, я просто спрашиваю, ну, потому что мы заказывали по чертежу выпиливание лазерную резку, например, и как раз работу фрезером. И вот те, с кем мы работали, они поговорили, что погрешность может составлять 5 миллиметров. Но, видимо, оборудование вот такое здесь. Ну, у тех, с кем у нас получалось работать. А еще вы не могли бы рассказать про тот проект, который был создан для выставки «Новая эстетика»? Да, конечно. Я сейчас могу даже открыть презентацию. Где... Могу в двух словах потом позже пробежаться по остальным проектам тоже, но еще не смог. Ну вот, как раз тот самый объект. Здесь что было сделано? Была создана модель. Это здесь были использованы инструменты Grasshopper, опять же, это плагин для Rhinoceros, был использован Donkey Guru, который позволяет симулировать физические явления внутри программы Grasshopper. И что же здесь происходит? В данном случае мы видим минимальную поверхность, то есть это растянутая поверхность, у которой нагрузки внутри распределяются равномерно. И если мы с вами растянем погодки, то по большому счету это как раз и будет минимальная поверхность. Сделан он был из материала, который называется полипропилен. Да, если ничего не переключить, можно. Я даже переживаю, что я могу не спутать название, но бог с ним. В общем, это пластик, который достаточно хорошо пьется, но при этом он никак не растягивается. И вы видите здесь ощущение существования какого-то каркаса, на самом деле его нет, это просто наложение двух полупрозрачных элементов. И здесь в отверстиях, точнее, в вершинах треугольников есть отверстия под болтовые соединения. И все эти треугольники абсолютно уникальны, они были нарезаны на лазере и доставлены на площадку, все промаркированы. Опять же, ребята знали, какой треугольник, с каким можно соединять и так далее. Мы изначально смоделировали пространство. И после чего уже, когда пришли на объект, мы знали, отмерили точки,
в пространстве, куда нам нужно закрепиться, и просто осилили эту форму, получили идеальную ту самую форму, которую мы проектировали в виртуальном пространстве. Как-то так. Спасибо. Еще какие-нибудь вопросы у кого-то есть? Последнее знание вы показывали, вы не раньше говорили, да? Последнее знание. Сейчас, секундочку. Вот. Здесь на самом деле у нас закралась такая большая ошибочка. Это на самом деле вот опера действительно, а то здание — это павильон в Китае. Первое самое. То есть они были сделаны очень, они были сделаны в одно и то же время приблизительно. Они были сделаны аналогичным подходом, но случайно здесь человек, который делал презентацию, он вставил это тоже название, хотя там в другой объект. Ну, подход такой. Это реализованный проект? Нет, нет, это не реализованный. Это концептуальный проект, но у них есть очень крупный архитектурный реализованный объект. Они, конечно, условно проще, но здесь они именно, у них была очень красивая концепция, именно архитектурная. Они как-то приезжали, один из них, Роберт, приезжал на один из наших воркшопов точки зрения и рассказывал, ну, тоже участвовал с нами, рассказывал о своих методах, читал какие-то лекции, участвовал в нашем воркшопе, как типа. Мы делали там градостроительный проект и как раз работали там с концепцией самоорганизующейся системы. Простите, если вам придется повториться, вы-то популяризируете технологии, что вот сейчас? Мы сами занимаемся проектированием. Проектированием? Да, мы сами занимаемся проектированием, также, то есть мы работаем в нескольких направлениях. Помимо проектирования, мы занимаемся еще и организацией различных мероприятий, которые позволяют студентам или практикующим специалистам познакомиться с передовой архитектурой, передовым дизайном. Например, в этом году, в августе, мы устраивали мероприятие, которое называется SpotCamp, на него мы привезли 20 лекторов, и у нас там была школа, на которой мы обучали инструментам, потом был воркшоп, на котором мы уже создавали конкретные проекты и пригласили ребят из студии Захи Хадид, трое к нам приехало, двое из них преподают в архитектурной ассоциации, это МТЭК и ДРЛ. Также приехали двое ребят из ИАНК и девушка, из, которая была ведущим архитектором долгое время в Бьюин Студио. То есть мы создаем некую среду и создаем возможность для того, чтобы люди, которые приезжают из разных маленьких городов, у нас было 21 город, из которых приехали участники из России, и чтобы они могли из рук в руки, что называется, получить знания от передовых специалистов. Вы говорите, мы это можем запроектировать, обращайтесь там. Ну, в том числе, да. Мы этим занимаемся тоже. Ну, тогда, Саша, можешь еще немножко анонсировать, что будет рассказываться в следующей лекции? Да, конечно. Будет лекция о материалах, производствах и павильонах. Будет около 10 павильонов Штутгартского университета, которые будут разбираться достаточно подробно. Помимо этого, будет лекция о поддонах Grasshopper и эволюционном генерировании, то есть о поддонах Grasshopper. Почему мы говорим именно о Grasshopper? Потому что мы сами с ним работаем, мы знаем его изнутри. То есть поддоны — это расширения, которые позволяют существенно увеличить возможности программы. Это такие возможности, как работа с нагрузками, работа с функциональным зонированием. То есть есть алгоритмы, которые позволяют каким-то образом создавать автоматически функциональное зонирование в зависимости от введенных параметров, допустим, там, ну, какого-то образования, там, будь это градостроительная ситуация или еще что-то. Также это речь идет о связках, которые позволяют связать гироскопы с программами, которые считают ветровые нагрузки, инсоляцию и так далее, и так далее. По поводу конструктивных нагрузок я уже сказала, это симуляция роботов, именно поведение, например, промышленного манипулятора. Это создание каких-то, это эволюционное генерирование, что это такое,
ну, как раз подробно я буду рассказывать, безусловно, о лекции, но что такое эволюционное генерирование в двух словах. Если мы вспоминаем эволюцию, как она работает, у нас появляется какая-то популяция, допустим, из 100 особей, после чего выживают 10 сильнейших, друг с другом скрещиваются, появляется еще одна популяция, снова 10 сильнейших, друг с другом скрещиваются и так далее. То есть это в общих словах алгоритм генетический, вот, эволюционный алгоритм. И мы можем это использовать в процессе проектирования. Я покажу пример лестницы, которая была создана именно так. То есть из тысяч лестниц, которые были сгенерированы внутри них, палочки, стержни определенным образом были размещены в пространстве этой лестницы, была в итоге выбрана автоматически та, которая работала максимально оптимально. У нее было меньше всего материала использовано, и она придавала наименьшее количество вибраций, потому что у нее не было опор в определенном смысле. Ну, здесь без кадров уже, наверное, лучше дальше не рассказывать. То есть и на реальных проектах покажу, и лекция концептуальная. И еще, помимо этого, будет лекция об специально сложном инструменте как раз кенгуру. Это физическая симуляция физических явлений, благодаря которым мы можем проектировать очень интересные объекты. Допустим, вспомним, если Гауди подвешивал свои мешочки, потом переворачивал, если перевернуть в форму, то получается, ну, как сила действия равна силе противодействия. И в результате мы можем получать ту форму, которая действительно будет стоять при минимальном количестве используемого материала и так далее. Спасибо.